Всем привет! Сегодня буду готовить сырные кексы. В миске смешать натертый на крупной терке сыр, яйца, сметану и растительное масло. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности. Разложить тесто по формочкам. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. Готовые кексы немного остудить. Получаются очень вкусные, воздушные и ароматные кексы. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!